споем это все на трели. Вот так мы и сделаем. Давай. То есть, где брать-то дыхание-то? Где придется? По логике. Пошли. Носом. Пошли еще разочек. Носом. Снимала. Ту, вот то, что делали сейчас 5 шагов. Одна опора. Ту, ты остаешься в нижней ноточке. Ты прямо за ней тянулась. Так это прямо на ухо падает. Вся самая речь еще с самого начала. Пошли. Со словами. Сейчас все дышим носом. Пробуем, дышим носом. Пошли. И. Time and again of love for attention. Something to make my heart beat faster. What did I long for? I never really knew. Дальше поем. Ничего, ничего, что там нет. Finding your love, I found an attention. Touching your head, my heart. Молодцы! Кстати, у меня недели не было. Вы просто молодцы! Вы молодцы, потому что сложнейшая мелодия! Какая песня! Вероника, ну! И таких я накопала много. Как хочется, чтобы ты понимаешь, ты как это, как рыбка там. Снимает звук и все. Потому что опоры не хватает. Вот спой вот это. Сделай это на одном. Пошли. Не
это? Ты ищи, это... Ну это ля бемоль всего лишь. Ля бемоль! Ну это еще твоя примарная зона, почему такой страх? Сделай крещендо. Сделай просто юа. Ну посади на опору. Ну сделай. Не надо сейчас, мы не про какие гвозди. Ты пойми, что снять звук проще, чем опереть его. Потом мы взяли, оторвали все. Вот я его сняла. А что это? Освободила все, и сразу же сам по себе полетел. Никакущий, никакущий. Опереть-то сложнее, солнышко мое. Пошли еще разочек. Не бойся. Носом. Пошли. Да, тоже. Дыши носом. Спринца. Почему опять там? Почему опять сняла? Спринта должна вот здесь остаться. Спринца. Тут вообще, тут еще ниже ноточка, чем была ля бемоль. И с Александром Ильичем, поехали. Все на легатиссимо вообще. Порвать – это не склеить. Это проще, понимаешь? Кантиленное пение. Пение бальканто. Что такое бальканто? Люди в Италию учиться ездили за тем, чтобы у нас сейчас все... Нас все сейчас порвали, все. У тебя сейчас такая возможность показать свою способность именно петь. Кантиленное пение. Пение бальканто. Красивое пение. Прекрасная мелодия такая. Пошли. Паузы на дыхании, вы слышите? Какие они огромные! Ну зачем? У тебя там маленькие фразочки, ты берешь часто дыхание. А зачем столько его? Ты теряешь... Захватывай чуть-чуть. Даже если сейчас пока на первом этапе, мы сейчас перешли как бы с вами большей частью, я вам говорю, используйте все-таки нос. Нос, он только хорошую службу сослужит, и воздуха лишнего не возьмет. Не умеешь, будем учиться, но да хотя бы тогда, чем ты, хорошо, ты дышишь ртом, что поможет сделать его коротким вдох? Продление предыдущей фразы. Не надо ее раньше времени останавливать для того, чтобы взять этот вдох, он не нужен. Пошли. Очень коротко. Купайся, наслаждайся предыдущей нотой. Пошли. Приучишь себя дышать носом, это будет все, вот особенно в этой вещи, вот в таких вещах вообще, ну просто оно не нужно, вот это дыхание такое большое ртом.
потерялась я два. Нет, вот этот ход. Ага. Вот этот ход. Одна идет. Пошли. Я потеряла. Мы идем, начиная от ю, мы идем куда? Вот туда мы идем. Не надо садиться на нем. Пошли. Еще разочек, еще разочек. Свободней. Пошли. Намного быстрее. Вообще пробегись по ней, потом вот резко затормози. Тебе поможет, понимаешь, она немножечко, я не знаю, сейчас просто мысль такая, Александр Ильич, я не знаю, как сейчас мы сработаем. Тебе всегда помогала динамика, понимаешь, тебе сложновато, поэтому помоги себе темпом. Прямо пробеги ее в два раза быстрее, а потом войдешь в темпоритм. Пошли. Беги сама. You are the angel. Тогда на ней. You are the... Тогда нужно догнать это время на верхней ноточке. А первые две беги вперед. Поняла как? Пошли. You are the angel. Дальше. Like a star. Ну давай еще разочек. Ноточка не та была. Давай еще разочек. You fall in. Пошли сама. Второй, да? Ты все равно тормозишь. Ты их прямо, ты... Да. И сделай себе, понимаешь, сделай себе артикуляционно, помоги себе. Ну и наверху, она предполагает улыбку. Пошли. Не сиди. You are the angel. Ну ты тогда ее распой. Диафрагмой она ее успеет окрасить, прежде чем ты спустишься на другую ноточку. А иначе как оправдать тогда то, что ты так сделала? Красивую сделать третью нотку. Пошли. You are the angel. Ну, другое дело. Like a star, the days are еще написать там вот прямо по гармонии бы слова, да, вот где что, чтобы было легче. Я понимаю. Понимаете, да? Хорошо, так. Давай. Последнюю часть. Сейчас просто я заслушалась, хотела послушать сейчас. Давайте еще одну. Там наверху тоже не было расщепленного звука. Его прямо можно и нужно расщепить там. Дэй прямо толкнула, прямо. Да, конечно. Дэй прямо у тебя было. Ух! Еще раз, пошли, сейчас остановимся на этом месте. Сейчас как раз было неплохо. Сейчас ты хорошо спела. Хорошо спела. Но мы когда разучиваем, мы же ищем разные моменты. Еще разочек. Someday.
естественным образом у тебя пошло someday, someday. Это было нормально. Это было нормально. То есть подъем и тут же спуск. Было неплохо. Слышали, Александр Владимирович? Меня такое смутило, что, что подъем слишком рано, он как-то он заторопился. Да, да, да. Ты не устанавливаешь. Почему не устанавливать? Ну надо же установить. То есть ноточку-то нужно, тон-то нужно все-таки на него встать. Еще разочек, пожалуйста. Сейчас на «Дэй» я не поняла, какой был регистр, да, у тебя? То есть ты что-то там погуляла, успела. Из одного в другой, из другого в третий. Сейчас вроде постаралась, посидела еще разок это место, давай. Прямо наверху сидеть. Прямо, да, посидеть, потом успеть. Ты установить, ты понимаешь, ты устанавливаешь за счет опоры. Если не успеваешь опереть звук, что происходит с гортанью? Она не получила еще сигналку. Что ей делать? Она и гуляет куда хочет. Ну, это она такая, понимаешь, она как кошка, куда вздумается и как вздумается, она такая. А ты-то должна переть. И тогда уже потом, если на легато все идешь, она послушна, она и стоит на месте. Пошли. Ничего, разочек оттуда же. А если, Александр Ильич, возьмите тоже. Я очень люблю. Знаешь, что это? Вот иди сюда, я тебе скажу одну умную вещь, Вероника. Если мы ждем, ждем, это сразу на нашем лице. Начало там все, понимаешь? Хорошо, сегодня у тебя Александр Валерьевич. Я же вас учу не только вот на здесь и сейчас. Я же хочу вам рассказать и передать, чтобы вы потом дальше жили, работали. Вот Александр Валерьевич, заберут его от нас и все. Что мы будем делать? Поэтому лучше нота, доля, и ты тут же ее услышалась. Это будет естественнее, чем ты будешь в ожидании сидеть, ожидаючи. Это сразу... Что-то я там, сейчас. Недавно вот приходили, вчера, на прослушивание, вот, Екатерине. Да. Ну и там девочка, ну, стояла, споет тоже, так. Ну это проигрышно. Сейчас я начну. Да. Ну это разве нормально? Это сразу неправда. Как говорил Станиславский? Не верю. Конечно, кто поверит. А в его лице ни один человек не поверит. Скажет, это лживое пение. Поэтому не переживай на этот счет. Пошли. Не думай. Ты успеешь. Еще разочек. Попробуй. Ты поняла, да, в каком месте? Прямо там сильно хочется. Ты пространство рвешь вдохом. Пошли еще разочек. Почему S так много? Ну много ее. Перед этим было много, не остановила. А, сразу уходим в А. Thank you.
последняя фразочка. Как это все должно быть близко? Тоже из позиции выпрыгиваешь. Предпоследнюю фразочку я сама речь. Давайте. В нижнем регистре, который... Хорошо, бабри, вот она твоя платформа. Очень близко, она как будто на этой же. Все, еще разочек. А сейчас еще разочек, это же, ты начала ее, ты на нее накинула. Почти с закрытым ртом. И рядышком потом разовьешь ее и крещендо небольшой сделаешь по себе. Они сочные должны быть. Ищи. Без опоры не спят. Низко, вроде бы, а как все равно? Опора-то куда? Она никуда не ушла. Еще разочек. Распредели динамику. Всегда, да? А, ну так тогда что? When you're the... Да? No. Две одинаковые. When you're the... Ну, значит так, то есть мне просто показалось, что она как бы спела, значит. Наверное. Пошли. When you're the... When you're the... When you're the sin you are... Угу. Си бемоль. Пусть будет головной, но без опоры будет не слышно. Пошли, Цеса Валерьевич. Последняя? Вот прям. When God has seen you. Опять, посмотри на меня. Посмотри, что играет. Я сейчас, конечно...
Сидела и сидела. Еще буду сидеть, захочу, если. Будьте добры, Александр, еще же. Понимаешь? Не готовь лицо. Да ну хорошо, ну пусть будет короткий ртом, пусть не носом, но ты его рано готовишь. Ты пребываешь еще вот в этой вот, ты вот тут вот. И потом вдруг ты решила спеть. Пошли еще разочек. Ты готовь. И последнюю тоже берешь дыхание, готовишь. When you, видишь, что делается? When you, нет. Даже если рот. When you, не готовь заранее. А сейчас что было? When O. Почему? When O. Было хорошо. Теперь другое плохо. Пошли еще. Ну надо уж добиться. When all is in you are mine. Держи, держи. А там... Там все, я потом заканчиваю. А забываешь заканчивать? Ну и хорошо. Очень короткий. Хорошо. Все равно хорошо. Я считаю, что это прорыв. Вещь очень сложная. Очень сложная. И то, что ты справилась с мелодией, спасибо Александру Валерьевичу, ты молодец. Просто вот, просто молодец. А все остальное, понимаешь, сейчас нужно очень быстро выучить слова. Да я знаю так. Прямо знаешь уже? Поглядываю. Молодец. Так. С самого начала. Я пойду туда. Сюда. Я хочу тебя послушать. Посмотрю на тебя. Давай. Молодец, Яночка. Молодец. Сама знаешь там, что не так. Молодец.
Просто молодечек. Молодец. Все равно хорошо. Камень преткновения – это опор. Все. Все. Все в нее, дорогушенька, упирается, и все. Ну, никак без нее, Вероника, никак. Но сейчас какой хороший там... После глиссанды было коротенькое какое-то дело, был дом был какой короткий. Надо над коротким дыханием работать, прямо работать. И самое интересное, что я говорю, парадоксальная вещь. Чем короче вдох, тем больше мы можем длиннее фразу спеть. Да? Да, Вероника, да. Я уже рассказала Александру Андреевичу, что диафрагма наша, она не может удерживать больше, чем... Вот нос вдыхает, вот воздух носом, это естественное наше дыхание. Ровно столько, сколько надо. Диафрагма хоп, вот сразу. А если ртом, то она хоп, и остатки начинают наружу сразу же выпрыгивать. И вот этого, что у нас схватило, этого так надолго хватает. А если оно лишнее, идет отторжение, все. Поэтому носом дышать все-таки полезнее. Давайте вторую быстренько попробуем. Давайте.